в России. Флаг России трехцветный: белый, синий, красный. А это наш герб. Россия большая многонациональная страна. Вот в междуречии Мокши и Суры расположилась Мордовия. Столица Мордовии – город Саранск. Его построили как крепость еще в 1641 году для защиты южных рубежей Московского государства. Сейчас Саранск – красивый, современный и культурный город, где много музеев, театров, концертных залов и стадионов. А, наверное, главная достопримечательность Саранска – это недавно построенный собор святого праведного воина Федора Ушакова. Живут в Мордовии два братских народа – Эрзи и Мокши. И у них очень богатая история и культура. Это уникальные народные костюмы, красивые песни, древние сказания и даже целый героический эпос «Мастарава». А детям здесь рассказывают замечательные мордовские сказки. И каждая – как драгоценный камень-самоцвет. Подружились как-то петушок и кошечка. Ой, да что ж творится-то? Я говорю, подружились. Вот, петушок и кошечка. Эрзианская сказка такая. Ой, молодцы, ну совсем другое дело. Да что ж такое опять за свое? И пошли они в лес. Вот, это лес такой густой. Орехи собирать. Тут кошечка петуху и говорит: «Братец петух, полезай на орешник, будешь мне вниз орехи кидать, а я буду собирать». Ох, собирали, 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 собирали. Да и больше всех набрали. Ну вот незадача-то. Самый маленький последний орешек вниз кинул петушок. И случайно, ненарочно, нашей кошке в глаз-то попал. Обиделась кошечка. Ну, говорит, братец петух, подам я на тебе в суд. А судьи кто? О, свинка, секретарь. Козочка. Модная такая вся, аккуратная. А нарядная какая. Ой, красота. А председатель суда медведь. Лакомка. Главный он в лесу. Хозяин. А это еще кто? Ха, пастушок. Да кто ж пастушка-то на суд пустил, а? Ну ничего, бывает. Жалуется кошка. Петух мерзавец, негодяй, подлец он, граждане судьи. Все они, петухи, одинаковые. Ты зачем кошки глаз вышиб, спрашивают судьи. Так это все орешник, вот. Зачем он мне штаны порвал? Зачем, а? Ну так и я не виноват, говорит орешник. Это все козочка, во, смотрите, а. Ding 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 ding
зачем она меня обгрызла? В позапрошлом годе я еще молодой был. Действительно, зачем? Ты ж судья. Ну-ка, рассказывай все по порядку, не утаивай. Так это все он, пастух. Не пасет меня. Ты чё, козочку не пасёшь? А чё всё время я-то? Это всё он! Всё он, медведь! Хозяин козы! Не платит мне за работу! А я чё, бесплатно работать должен? Не буду! Вот, глядите! Чего? Свинья весь мой огород разрыла. Ой. Ха. Ня.
Дунг-дунг-дунг. Эй, ты, свинья! Ты зачем хозяйский огород разрыла? А зачем меня волк пугает? Ой, ну давайте сюда волка, говорят судьи. Ну, пошли они в лес волка искать. И теперь все ищут, ищут, а найти не могут. Get down, get down, get down, get down, get down.